Доброе утро. Как радостно в душе. А что? Чего вы так поздно встаете? Ну, не знаю. Пора настаёт, но весь мозг все... собирает только. Ага. Утро начинается не с кофе. Не знаю, я кофе выпила. Во сколько? В 6 утра? Согласна распорядку дня. И пошла радостно отбивать лед. Кошка моя. Маленькая крошка. Кошка смотрит и пытается понять, что там делают с ее вольером. Не, она все поняла уже прекрасно. А ты там лежишь, ждешь, когда к тебе приду убирать. Сейчас подожди, если этот закончит, к тебе приду, ладно? А, ты уже охотишься на этих. Да. Да, конечно, на меня надо охотиться. Самое лучшее, что можно придумать. Ой, кажется, у вас. Правильно.